Хода надо. Зимин, три, нет. Очень жаль, что Лайола не... 23 номер. Добрый день, дорогие друзья. Начинается у нас Дивизион Плюс. Ой, который только что сейчас забил, должен был остаться на скамеечке запасных, но сейчас он в игре, первые очки свои набирает. А напишите, пожалуйста, вам не кажется, что камера слишком сильно приближена? Или только мне так кажется? Если у нас есть зрители, очень... 24 номер. Каролина Пантерс после неплохой передачи Михаила Крупского. Тем временем бегали, улыбались парни. Видно, что готовы они к игре. Ну, то есть не готовы играть довольно серьезно. Ой, трехочковый. От... Ты будешь считаться заядлым фаворитом. Не во всех дивизионах, конечно, но в плюсе Михаил. Вовремя поругать очень... такая, возможно, поспешная, тяжелая треха от Димы Жаворонкова. Вот, я очень сильно удивился, но нет, это не тот. Это у нас Дмитрий Зимин, но он тоже очень хорош. По рассказам осталось более персонально игроков узнать. Зимин был близок к перехвату. Крупский. Вау, вдавливаю себя в этот раз обыграть. Хорошая подстраховка. И сложный бросок. 30 номер не забил. Каролина, ну как же не смогли отбиться до конца. Воу! Убирает Лайола. Кстати, ну нет, буду не прав я, если скажу, что не так много подборов на падении. Воу! И еще один блокшот от... А ты 22 или 32? 22 номер, два раза. Сегодня, в принципе, все в порядке и с защитой, и с нападением. Поэтому Лайоле в этой игре придется очень тяжко. Они пока держатся, они молодцы. Зимин 3! Никто на себя не перетягивал. Просто все выглядело так, что... Все готовы делиться мячом, вот как сейчас Михаил отдает в инсте, в сторис у разных ребят. Там, мне кажется, зал поменьше. Вот, и Лайоле... Михаил Крупский подустал, поэтому можно бы и на баночку его подсадить, а за его усталость наказывает 20... На подборе. Забирает Крупский... Включился после мотивационной речи Александра Кириченкова и выдает перед... Сейчас посмотрим, опять один в один будет. Ну, пора бы выбрасывать мяч. Зимин это делает. Тяжелые три очка. Этот парень хорош. Тащит он свою команду. 25-21. Три минуты до конца. 3,5 до конца второй четверти. Отвечает. Дмитрия была. И Зимин обкрадывает. Ну, почти обкрадывает Крупского. Но все же Михаил... Какой наглости Зимина. Что это за мальчуга, который позволил обыграть своего Михаила и наказал команду в крае. Закончился у нас, что целых 30 секунд удалось вспомнить, как этот пас называется. Хорошее движение, внутри будет. Бэм! Попадает первый. И проблемки у Пантеры потихоньку начинаются. А я не знал, что Зимин за Пеликанов играл. Спасибо. Что Зимин очень хорошего уровня игрок. Понимает он, как тащить нужно свою команду, как распределять силы. Еще одна три от Чебашкина. Хоть побольше и набрал Чебашкин. Еще один тачдаун пас. Верти остается. Чебашкин, наверное, сейчас 3 опять зарядит. Нет, решил команднее поиграть. Зимин, 3 заряди. 3! Это претендент на MVP и в сборку. На мой взгляд. Правда, давайте посмотрим, как вторая часть. Забил Зимин 11. Пока что только 30 номер. Крючков Матвей не отличился. Набрали.
Крупский в силовом проходе машет, подбор забирает. И Зимин, вы попадаете с дальней дистанции сегодня. Если вы раскидаете, вы доведете до Петрова или для Жаворонков, которые попадут из-под кольца. Зимин, 5. Зимин на себя берет. Вот сейчас, возможно, было не так оправдано, потому что... Промах, ладно, посмотрим, что сейчас Айола придумает. Я надеюсь, не потеряют они вот эту нить игры. Петров 3 из угла! Правда, я думаю, в Айоле тоже не дураки, понимаю, что если их 5, в четвером заканчивать вообще не вариант. То есть нужно сбалансированно фалить, если это так. Да, не лучший проход. Возможно, скидку надо было сделать и вернуться бы в защиту Михаилу. Зимин, 1-1, пока Крупского нет. Крупский влетает. Дистанцию для себя нашел, бросать не стал. И сейчас обкрадывает Зимин своего оппонента. Нестись под кольцо ему нужно. Зимин, 2 очка. Введение все это делать. Опа, вот и перехват от Федора. Уже вот четверть. Крупский с мячом, скидочка на Федорах, неплохое движение, хороший разворот, атака, еее! А Каролины, это у нас... Лысов Антон. 2 очка забил. И держится у нас все так же, это расстояние, 6 очков. Но на самом деле, просто нужно выдать праздность. Точнее, до моей этой фразы Крупский забивает Серёху просто в перестрелке отвечает. Это Лайола, но это правда, им нужно защищаться. Им нужно выдать отрезок, где бы они не пропустили и при этом же забили. То есть очень результативно для себя. Передача, 3 перехвата. Очень хорош сегодня Миша, конечно. Но виден уровень этого игрока. И конец. Правда, у него и до этого было там очков 5, по-моему, в первой половине. Но так, в первой половине 3 очка. Все меньше и меньше шансов на то, чтобы подыграться, только если вот... 2 героя. Зимин, что творишь? Зимин в защите. Вот сейчас отбились, и быстро нападение надо бы и забить. Ну... 3 от Чебашкина будет, а будет. Пол именно Михаила, а не пол в защите. Ну, Петров, ну как же ты так мажешь? Абсолютно один. Фух, слава богу. Доборолся Андрей Петров на щите. Отдал передачу на Зимина. Оу. Как только пантеры машут, Лайола тут же бежит в быстрый прорыв. А мне кажется, сейчас это не так уж и надо. Нужно просто провести грамотную атаку, забить 2 очка. И, нет, все заберет тайм-аут Лайола. Но, может быть, хочет успокоить свою команду тренер. Петров! Фото для него. Да, 4 у Петрова. И Крупский, наверное, сейчас... Крупский Эндуаном своим... В общем, очень тяжело сейчас Петрову. Ему нужно найти баланс хорошей защиты против Крупского, лучшего игрока и команды. И при этом... Не фалить! Возможно, похоронный 3-очковый от Мальчукова. 10 минут, 5 очков, это многовато. Да, там пишут 5 фолов у Пантер. Искать атаку, найти бы Зимина сзади. Но нет! И еще один эндво. И, ну, фалить, наверное, надо. Фалить бы в Алайоле надо. 20 секунд осталось. Почему не фалит? 3!